Здравствуйте, друзья! Всем привет! И настал очередной день, в котором стоит побриться. Даже нужно. Так, и сегодня у нас будет... Давайте не затягивай, да, на обзоре. Давайте начнем с мыла. Вот такой вот баночка. Grooming Dead Cascade. Вот так вот он выглядит. Мягкий. Забираешь потельком ложечкой. По аромату это цитрусы, заявлен как мандарин. Ну, как правило, да, кроме мандарина здесь еще всякие, по-моему, бергамоты, иланги-ланги. Ну, где-нибудь найду, да, ароматическую базу. Прикреплю куда-нибудь. Ну, и также по составу, да. Состав у нас, что интересно, это сок алоэ веры, коровье молоко здесь находится. Так, жир. Тоже корове, биф талон. Ну и очень-очень много всего. Изготавливает мыло Мохаммед. Или Мохаммед. С Америки. Так, ну давайте вот шпительком вот столько вот возьмем. И разместим вот в такой вот чаше. Прекрасной чаше. Вот Captain Choice. Подаренный мне Пашей с канала Brooklyn Production. Опасная бритва. Паша. Привет, спасибо за такую столь прекрасную чашу. Вот, видите, как кусочек масла такой катается. Очень-очень мягкая. Кроп. Не крем, да, а скорее кроп. Вот такой кроп. Мыло. По мылу когда-то, наверное, два назад брал с ребятами пробники. Там, по-моему, 6 или 7 пробников было. По ТТХ все великолепно, но как мне показалось, да, с ароматами было что-то, ну, довольно-таки на любителя, потому что в некоторых мылах проявлялась база, соответственно, ароматы уже выглядели не так, как хотелось. Но в принципе вот это мыло, да, на основе пробников, то есть уже знал, что беру, такой приятный, ну, возможно, да, мандариновые корочки. Так, и да, намочила, не показала. Сегодня у нас будет вот такой красавец. Зенит. Вот такой вот Зенит 502 РСК ТС. Синтетика. Такая вот коралловая ручка у него. Отличная. Такая вот пяточка. По узлу. Лофт 50 мм. Пучок сам узел, да, 27 миллиметров. Довольно упругий. Я, правда, ни разу еще не брился с ним, но когда промывал, видите, как он играет. Не знаю, посмотрим, что из этого получится. Поэтому не стал сбивать на лице, а взял чашу. Так, и давайте. Такая вот у нас разветров кнопочка. И вот то, что получается, видите, он как-то прям не хочет даже прогинаться. Но мы его заставим. То, что получается. Думаю, видно, да? При промывке у этого помазка, несмотря на то, что это синтетика, из него выпало порядка, по-моему, 9 волосков. Ну, для меня это... В общем-то, нонсенс. Ни разу не видел, чтобы синтетика линяла, тем более так. Добавим чуть-чуть водички, 5 капелек. И продолжим. Пенопроизводство. То, что получается. Да, мылом, как говорил, пользовался не раз и не два. По ТТХ все великолепно. И как можно, в принципе, даже и лосьоном не пользоваться после бритья, после такого мыла. Так, то, что у нас... Ну, в принципе, неплохо, да, получается. Ну, давайте, может быть, уже прям капельку, ну, две получилось. Добавили пару капель воды. Сейчас еще немножечко. И начнем. Да, расход у мыла большой. Подозреваю то, что мы взяли мало мыла. Ну, ничего страшного. Растянем. Так.
оставим пока в покое. Так, станком. Чем сегодня будем бриться? Станком у нас будет вот такой вот великолепный Razorock Game Changer. Игра теней. 0.68. Так это выглядит. Такая вот ручка. Супер кнур. 90 мм по весу. Полностью в сборе станок. Весит 108 грамм. Вот такая вот пластиночка. Так, и лезвие. Лезвием у нас будет сегодня физер. Так как станок довольно-таки мягкий. Довольно мягкий. И поставим лезвие, соответственно, в него поострее. Связка интересная, уже тоже не разбрился. Что-то как-то столько клея. Японцы не жалеют клей. Так, вот что у нас. Лезвие. Накрываем, вставляем шайбочку. И закручиваем все это дело ручкой. Как-то кривовато встало. Вот. По вылету. Все идеально, все ровно. Станок отличный. Так, смочим немного лица. Лишнее вытрем. И начнем. Да, по синтетике уже хочется сделать некие выводы, но пока повременим. Так, ну и отлично. Прогреваем станок в теплой воде, соответственно, промываем. Первый проход по росту. Отлично сбривает, да, по щетине сказал пятидневная, отлично сбривает пятидневную щетину. Не тянет, это возможно еще заслуга лезвия. Коллекция имеется еще голова, тоже Game Changer 0.84. Это... Я бы не сказал, что она агрессивнее, но она, как по мне, эффективнее немного. Там довольно, ну, с такими средними лезвиями, да, такими как, например, Astra, Gillette, или же, допустим, 7-Colors зеленый, можно довольно-таки хорошо выбраться. А после 86-й, да, вот этой головы, все равно что-то остается, какие-то пинки, придется вот на максимально острых лезвиях. Так, секунду, умываемся. Так, то, что у нас остается. Да, как эта пена получается немножко завоздушная. Не завоздушная, а с пузырьками. Сейчас ее немножко взбодрим. И на помазок. Да, довольно проблематично его прогнуть. Ручка, по ручке мега удобная, вес, ну, такой довольно-таки средний вес по маскам, ну, как средний, даже, наверное, выше среднего, 92,5 грамма.
Не хочет он никак. Приходится довольно-таки прилагать усилия, чтобы подавить. Да, не ожидал. Так, ну и второй проход поперек. Скольжение, по скольжению мыло вообще великолепно. Планировал, ну, наверное, после того, как смыли вот эту банку, не знаю, правда, через сколько лет это будет. Да, сколько тут, наверное, может, шестую часть потратил. Через сколько лет это будет, планировал купить что-нибудь еще. Кстати, там у него, у Мохаммеда, да, есть несколько баз. Какая-то веганская, потом Лиссо, по-моему, называется, и Кайра. Но никаких болевых ощущений не было. Странно, что-то срезали. Так, умываемся, возвращаемся. Секунду. Так, и то, что у нас после второго прохода. Да, мыло взяло маловато, ну, получается так вот впритык. Более, а если бы была бы не синтетика, да, а какой-нибудь там барсук или кабан, то нам бы это точно не хватило бы. Все, максимально все забрали. И основной пен у нас возле помазка. Получается не шапка, да, Деда Мороза, ну, такая довольно-таки плотная пена. Главное, скользкая. Так, споласкиваем станок и против роста щетина. Третий проход. И остались у нас бока. Снимаем станок и смотрим, нужны ли нам набривки. Немножко смочим лицо. Немного, правда, вот на шее есть с этих вот сторон. Но это сейчас исправим.
то, что у нас осталось в Москве. В принципе, еще на проход бы хватило. На полноценный. Да, что-то, смотрите. Какие-то кровавые точки. Так, и давайте набьем сразу. Немножко осталось, но не беда. Не видно, еле-еле ощущается. Да, это не стоит того, чтобы нанести себе раздражение. Секунду, умываемся. И лосьоном. Лосьоном, да, не показал. Сегодня будет вот такой вот феномен шейф. Ginger and lime. То есть имбирь и лайм. Немножко в тему. Вот такой вот колпачок. Вот такой вот без дозатора. Выходное отверстие. Зажимаем немножко пальцем. И набираем, сколько нам нужно. Кожа отозвалась нормально. Вот действительно где-то такие вот щипало, да, вот локально, где были порезы. Ну, кстати, да, для меня удивительно. Этим станком я, наверное, именно 68-м. Мне кажется, вообще никогда не резался. Ну, такая вот связка показала себя, да? Ну, ничего страшного. В Европе в средние века этим даже лечились. Делали кровопускание. Так что ничего страшного. Обновляются клетки. Так, о, давайте начнем с мыла. По мылу. О, мыло, как по ТТХ, именно это по аромату для меня отличное. Пахнет такими, знаете, мандаринками и что-то молочное. Вот. Возможно, какое-то там молоко с мандаринами. Да, звучит странно, но сочетание очень вкусное. Если попадется, подвернется, не проходите мимо, но рекомендую до покупки понюхать, потому что ароматы все-таки довольно-таки странноваты у этого производителя. Не знаю, как сейчас с новыми малами, может быть лучше, но года 2-2,5 назад было как минимум странно. По станку, да, с лезвием. Ну, лезвие все знаете, да, вот мягкий станок, острые лезвия, довольно-таки хорошо справились, отлично побрились, да, несмотря вот на вот это кровавое действие. Станок отличный, так как покупал две головы на одной ручке, да, ну, довольно-таки хорошая штука. 68-й на ежедневку, 84-й, через день, через два, через три. Отлично справляется, отлично пробревает. Ну, могу посоветовать. Станок один из отличнейших. По поводу чаши. Чаша маленькая, аккуратная. Внутренний объем 10,5. Высота от дна, да, внутренняя часть 3 сантиметра. 30 миллиметров. Отлично работает. Паша, спасибо еще раз за такой подарок. И выглядит отлично. Да, вот заднюю не показал, нижнюю часть. Captain Choice. Хорошая чаша. Но подходить надо, да, с сухими руками к ней. Так, давайте лосьон. Лосьоном, да, пользовался не раз.
по цене ничего сказать не могу, да, может быть, кому-то неприемлемо, но взял попробовать. По ароматам. Ароматы офигенные. Вот сколько у меня есть, три лосьона, да, по-моему, роса тайги, хвойный аромат. Потом брал комплекту русскую кожу и вот этот лайм тоже брал. К мылу тоже с имбирем, как это у меня было, мыло было, не помню, добавлю, посмотрите, смылил, ну, баночку, мыло тоже отличное. Так, по мазку, ну, довольно-таки все неоднозначно, да, кроме ручки, мне, наверное, в нем ничего не понравилось. Узел довольно-таки упругий, ну это на любителя, да, я не люблю такие очень упругие узлы, соответственно, терял, сколько там, 9, 8, 10 волосков потерял, тоже для синтетики, это очень странно, но, да, вот он перестал терять, возможно, нормально, что-то не дочесали на заводе, да, хотя там пишут то, что Зенит это хендмейд, ну такое, может быть, не дочесали. Вот они и остались. Ручка у ручки. Ручка очень красивая. Держать удобно, не скользкая. Вообще, вот брал, в принципе, из-за ручки. Ну и думал, то, что синтетика, она и в Африке синтетика, да? А оказалось, нет. Так что так. Ну, насчет советовать не знаю. Я, наверное, все-таки бы не советовал. Хотя вот у Паши, по-моему, с такой же ручкой был синий, да, кобальт. Вот надо мнение Паши, либо пересмотреть видео. Я уже не помню. Да, Паша, если смотришь, напиши, как тебе такой помазок от Зенит. Так, ну и вроде все. Побрились отлично, да, несмотря на вот эти небольшие огрехи. Все чисто, все с кайфом. Ну и все, друзья, спасибо, то, что досмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Приятно, то, что остаетесь со мной. Ну и все. Аривидерчи.